Сегодня в Москве потепление буквально на 3 градуса, но я понимаю, что, скорее всего, нас это потепление привезла делегация из солнечного Крыма. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Манжела Сергей Николаевич, представляю Виктория Крем, торговую марку Манжелани. Мы из Республики Крым, город Алушта, производители кофе и чая. Манжела Карина Николаевна, совладелица компании, коммерческий директор. Мы привезли вам кофе и чаи солнечного Крыма. Продукция у нас очень достойная, вкусная. Вот у нас есть большой стенд. Вот, пожалуйста, приглашаем всех также подойти к нашему стенду. Вы можете продегустировать наши чаи и кофе. У нас огромный ассортимент продукции. Вот, приехали представить себя, вот, свою продукцию. Также вот, и вот еще у нас есть, также помимо продукции, у нас есть мобильное приложение. Вот, которое вот сейчас Сергей Николаевич расскажет. Да, у нас мобильное приложение с дополненной реальностью. Когда наводить на упаковку, мы получаем дополненную реальность. То есть за эту в ней информация есть, за которую информацию человек получает бонусы в виде кэшбэка. Вот, в ней, в мобильном приложении у нас также своя соцсеть, кэшбэк, навигация, реферальные программы. То есть человек может, скачав наше мобильное приложение, которое можно скачать на Play Market и на iPhone, на iOS, может на этом еще зарабатывать. То есть здесь мобильное приложение создано для всех в Российской Федерации, для каждого клиента, начиная от детей, кончая там взрослыми, потому что мы создаем еще игры с дополненной реальностью. В играх мы также, когда человек играет в игры, зарабатывает деньги. Эти деньги можно будет тратить в нашем маркетплейсе, опять же, в мобильном приложении. То есть одно приложение, которое совмещает в себе все. Дополненную реальность, платежную систему, маркетплейс, социальную сеть. И также мы еще запускаем искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это аватары с дополненной реальностью. То есть человек может, партнер может быть любой. Это может быть и врач, и учитель, и продавец, подключенный к оставкам товаров в магазине, который может с помощью нашего мобильного приложения Манжелани найти любой продукт, который размещен в торговой сети. То есть вот мы производители кофе и чая, ну, так же самое пытаемся свои все идеи, которые есть, реализовать еще в мобильном приложении. Поэтому приглашаем всех, ищем поставщиков, дилеров, дистрибьюторов, торговые сети. Также мы сейчас еще уже начали отправлять за рубеж. Сейчас начали с Азербайджана, Баку. Вот. Еще хотим выйти на экспорт в другие страны. В первую очередь, конечно, страны СНГ. Вот. Далее всем, кто желает заработать с нашим продуктом, с нашим мобильным приложением «Манжелани». Замечательно. Мы же, во-первых, подача замечательная, очень красивые упаковки, но это еще не все. Мы уже с съемочной группой видели, как в приложении эта карта превращается в живое фото, которое можно крутить под разным ракурсом. Мы уже видели, как пробежал динозавр по полю нашего павильона. Я так понимаю, что это будет первое приложение, когда родители будут специально детям давать свой телефон, чтобы они поиграли и заработали родителям побольше денег, опять же, на кофе и на чай. Пожелаем вам удачи, надеюсь, что большое количество наших посетителей придет к вам в павильон и попробует вашу продукцию, и надеюсь, что бизнес-партнеры тоже не заставят себя ждать. Спасибо вам большое. Спасибо большое.